к большому сожалению, не стала актера, агента национальной безопасности Геннадия Богачева. В Петербурге после тяжелой болезни ушел из жизни народный артист России Геннадий Богачев. Ему было 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службу Большого драматического театра имени Товстоганова. Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил. Всю свою профессиональную жизнь Геннадий Богачев посвятил БДТ. В 1969 году, сразу после выпуска из Ленинградского театрального института, он был принят в труппу Георгием Товстогановым, говорится в сообщении. Самые знаменитые роли Богачев исполнил в спектаклях Георгия Товстоганова, Ханума, Пиквикский клуб, Ревизор, Волки и овцы и На дне. Также он появился в кинокартинах и сериалах Шерлок Холмс и Доктор Ватсон, Агент национальной безопасности, Мастер Маргарита. Голосом Богачева говорили в российском прокате Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мел Гибсон. Незадолго до смерти актер выходил на сцену в спектакле Андрея Могучего под названием «Губернатор».